Так, ну теперь отдел с посудой. Наборы контейнеров по 99 рублей. Вот такая есть новая расцветочка. Видите, нашла новинку с новой расцветкой крышечек. Новые вазы для фруктов. Я их в прошлый раз тоже показывала. Контейнеры для барбекю 199. Этот контейнер не отсюда затерялся. Есть такие наборы салатников по 99. Тут же почему-то среди вакуумных пакетов висят силиконовые лопатки. Ножи керамические. Новинка тоже. Есть аккумуляторы холода. Щипцы. Горячие переворачивать не советую. На сковородках. Лучше только для салатов. Есть такие наборы для салатов. Венчики. Лопатки разные. И у них разные. Вот тут вот цвет вставочек. Зажигалки. Бутылки для воды. Новиночка, крючки. Открывалки есть. Пакетики для чая. Лопатки не тут висят. Ножи для пиццы. Но они совсем, конечно, хлипенькие. Новиночка, новые бутылки для воды, 99 рублей. У кого-то в обзоре я видела, не нашла она никаких упоминаний о том, что это пищевой пластик. Так, термокружки, есть еще даже вот с ручкой остались. Пресс для сока, для цитрусовых. Так, это у нас понятно. Новые подносы. Есть еще крышки против брызг. Уже все остатки. Есть для арбуза тарелка. Скатерти. Вот это, по-моему, что-то новое. Нет, я такую видела, красивого сине-зеленого цвета, вот такого, да. Вот еще есть такая терракотовая. Ну, это вечная тема, сахарницы по 50 рублей. Тут же термокружки. Еще с мужской тематикой 23 февраля. Коврики под посуду. Решетки, колпаки на заварнике, только в таком цвете. Скатерть с бейкой 99 рублей. Такая скатерть 55. Силиконовые подставочки под горячие. Даже одна есть еще в кружочках. Шпажки бамбуковые. Формочки для кексов. Лопатки тут же висят у нас почему-то, совочки, остатки новогодней коллекции, силиконовые мешки для пылесосов. Так, коврики в раковину, такие и серебристые квадратные. Коврики под посуду. Я их не рекомендую стирать в стиральной машине, поэтому получается бесполезная покупка. Руками их стирать не так, что и будешь каждый день. Новиночка. Вот сразу нашлась. Новые маленькие ножички для чистки овощей 16 сантиметров. Так, тут же такие есть для чистки овощей ножи. Наверное, 27,50, но больно, он прям совсем крошечка. Половники
ножницы, толкушки. Так, и давайте посмотрим еще контейнеры. Таких еще осталось 4 штучки. Две красных, два красных, два желтых. Новиночка, вот такие контейнеры. Премиум контейнер для СВЧ прямоугольный 0,75 литров. Есть с красной крышечкой и с голубенькой. Такие еще есть большие. Ну, это стандартная постоянная история фикса. Контейнеры, кружки, мерные чашки. Такие контейнеры еще есть. Это тоже давняя история. Так, общий обзор покажу. Не вижу смысла. Еще даже остались чашки с ложкой. Извиняюсь. Ложечка даже есть. Я думала, ложек нету. Нет, есть еще. Есть силиконовые формы для суфле еще. Соковыжималки. Наборы, чашка с блюдцем 230 мл. Подставки под крышку. Такие формочки еще есть. И даже такой наборчик один завалялся. Так, ну и отдел с посудой. Чашки прям показывать не вижу смысла. Все их уже знают, видели не раз. Так, общий план быстренько. Что у нас еще есть? Тем более, что у нас так тут все наложено не очень. Так. Гусь хрустальные чашечки. Китайские чашечки. Зимние еще есть чашки с трубочкой. Зимняя тема. Стопочки. Вот такие чашечки. Банки для спагетти по 77. Минажница 200. Так. Такие салатники 200. Такие баночки с трубочкой. Стаканчики, пиалочки пластиковые, заварники еще есть. Так, есть круглые, вот как эти, только круглые. Так и не решилась я еще на эти баночки. Так, ну тут все, давайте тогда. Емкости для специй, мельницы, стаканчики. Вот буду идти прям показывать, как ценники есть. Надеюсь, будет понятно, что сколько стоит. Такие бокалы. Ну, у нас вообще прям не вытащишь. Так поставили. Баночки стеклянные, новые мишки. Прикольные. Емкости для специй. Ну, или сахарницы, кто как их использует. Соусник 7,5 сантиметров. Это коллекция от Паша Бахче, Лаиси. 29 сантиметров, 99 рублей. Есть к ним маленькие пиалочки. Побольше тарелочки. Это уже не Лейси, это уже другая мозаика. История. Вот это Лейси. Салатник 16 сантиметров, мозаика. Блюдечки. Баночки еще есть по 77. Приборы. Ой, какие у них ручки приятные. Первый раз мне попались. Их уже все показывали давно. Вот такие приятные ручки. Ну, вот эта история, конечно, действительно ни о чем. Так, тарелки. Самое интересное то, что меня просили. Вот есть такие по 55, опаловое стекло, китайские. Расцветочек. Как всегда, в изобилии. Так, такие пиалы тоже прикольные. Опаловое стекло, тоже Китай, 77 рублей. Какая нежная расцветочка. Супер. Так, сейчас посмотрим, может, еще что-нибудь есть из расцветок. Нет, все то же самое. Так, дальше. Еще есть такие пиалочки по 55. Мне нужны три вот такие
мою коллекцию. Сейчас я наберу. Вот такие есть тарелки по 99 рублей. Тоже Китай, опаловое стекло, 1080 миллилитров. В прошлый раз я их показывала, в прошлом обзоре. Формы для выпекания. Есть такие бульонницы с ручками. 77 вот расцветки. Формы для выпекания фарфоровые раньше были. Сейчас, да, тоже фарфор до сих пор пишут. Хотя на маленьких сначала был фарфор, потом керамика. Так что под вопросом, из чего они сделаны. А так формы классные. Я брала и выпекала. Мне нравится. Вот такие тарелки суповые. Боулы. В очередной раз их привезли. Они были уже какое-то время назад. Есть еще в зеленом цвете. Это тоже вечная тема, салатники с крышкой. Кто-то говорит, у них взрываются. Ну, я считаю, это нормальная история. В Советском Союзе, кто помнит, была вот подобная посуда, только из темного стекла. Тоже взрывалась не слабо. Такие есть боулы. Такие. Эти, по-моему, нет, без ручки. Тоже давно были. Это тоже вечная история. Ну вот Guten Morgen первый раз вижу. Так, что еще есть? Бутылки тут есть большие. Графины по 199. Наборы салатников с друшлаком 199. Такие тарелочки. Я себе брала коллекцию. Показывала в обзоре покупок со стрекозками. Люминарк 99. Ой, какая красивая тарелочка, но боюсь, что с моими стрекозками тоже скоро будет такое же. Есть такие люминарк. Суповая. Паша Бахчи, детская серия. Она тоже была давно. Так. Такие есть люминарк тарелочки. Вот это, конечно, классный. Тоже на них долго смотрела. Но у меня есть люминарковские тарелки. Тоже с подобными узорами. Устала отмывать. Так что смотрю и прохожу мимо. Пиалочки боу маленькие. Тоже 1080 миллилитров тарелочки в других расцветочках. Так, это была. Вот такая есть. Ой, какая нежная, красивая. Салфетки тут завалялись. Детская посуда. Ну, конечно, там все стирается внутри. Все красиво, все замечательно, но стирается. И к ним же есть тарелочки под второе. Из новиночек вот эти тарелки. Ями-ями. Китайские. И вот такие тарелки по 50 рублей. Вот это вообще, конечно, классные. 17,5 сантиметров. Тарелочки под суп. Вроде как все по расцветкам. Остатки есть еще у нас. Вот такие вот чашечки были на 14 февраля. Есть одна ваза. Паша Бахче. Есть еще Микки Маус. Вечная история. Вот эти ножницы пластиковые. Так, одна форма осталась даже под кулич. Форма хорошая, но лучше, конечно, стелить вниз. Я не постелила. И после второго выпекания у меня к дну немножко пригорело и не отмывается. Так что лучше подстилать. Есть такие подносы по 99. Ну и напоследок вот какие скатерти классные. Купить что ли для фона? Будет больно темно, наверное. Так. Тут я вижу поинтереснее.
с этой стороны будет быстрее. Да. Ну какая красота. Но это не те скатерти, это которые, по-моему, по 55. Были по 99, более плотные. Вот они лучше. На это все. Давайте прощаться. Спасибо всем, кто посмотрел видео до конца. Всем пока-пока.